Дорогие шебекинцы и гости нашего города, мы вновь приглашаем вас на встречу с театральным искусством. 16 сентября в зрительном зале Дворца культуры в 18 часов состоится спектакль Белгородского драматического театра имени Щепкина «Слишком женатый таксист». Это комедия в двух действиях. Режиссер-постановщик, заслуженный артист Российской Федерации Виталий Бгавин. Главный герой пьесы, таксист Джон Смит, женат сразу на двух женщинах, живущих недалеко друг от друга. С Мэри он обвенчался в церкви, а с Барбарой оформил гражданский брак. Джон строго придерживается графика посещения жен, так что ни та, ни другая за три года ничего не заподозрили. Однажды Джон на свою беду спасает старушку от хулиганов и в результате попадает в больницу. Выйдя из нее и оказавшись дома в объятиях Мэри, герой вдруг осознает, что сбился с графика и в это время должен находиться у Барбары. Джон пытается исправить оплошность, но с каждой минутой ситуация все больше запутывается. Как развивалось это курьезное событие, вы узнаете, если посетите наш Дворец культуры 16 сентября. Билеты по цене 300 рублей уже в продаже. Зал будет заполнен на 70%. Соблюдаем масочный режим. До встречи на спектакле «Слишком женатый таксист».